Всем привет, друзья! У нас сегодня воскресенье, 1 сентября. Вот такие работы проделаны. Так, я понимаю, что это опалубка под бетон. То есть это не строение будет вот сюда выпирать, нет. То есть это именно опалубка под бетон, а сам гараж будет вот там вот. Вот, наверное, где. Вот эти края. А это просто бетон, чтобы площадка продолжалась, чтобы заезжать удобно было. Так, все выставили. И завтра должны заливать бетоном. Приезжать. Труба здесь. Так, а мы поехали по делам. Друзья, у нас утро, 2 сентября. Все, времени у нас 8:35, линейка в 9. Сейчас выезжают. Даня с папой выезжают. Прекрасная погода на улице уже. Видите, у нас на веранде 23 градуса. Вчера, когда мы были в магазине, купили 2 тортика. Вот такой и черничный. Вот, так что сегодня будем есть тортики. Так, ну все, Сережа пошел к машине. Даня сейчас выйдет. Школа здесь недалеко, но на машине где-то минут 5, 7, 10, я не знаю. Ну, так, в районе 10 минут. Сейчас поедут. Так, друзья, ну Даня собрался. Все, Сережа ждет его уже на улице. Сейчас провожу до машины. И покажу, кстати, штаны твои красивые и ботинки. Сейчас выйдем туда, потому что тут неудобно. Так, телефон-то заряженный у тебя? Да. Так, вот тут вот встань. Вот тут можешь вот встать. Я ботинки покажу. Вот этот ботинки он покупал, я не помню. По-моему, мы не показывали. Вот, всякие рубашечки разные, но будете видеть. Все. Портфель его любимый. Пума. Ну все, давай, удачи. Хоть не 1 сентября, а 2. Давай, хорошего тебе дня. Пока. Все, уезжают. Пристегивается. Так, я пойду сейчас чай попью. Времени без. Ну вот, 9 линейка у них. В этом году будет в школе внутри. Я говорю, родителей не пускают, только первых и девятых классов. Родители запустят, а всех остальных не пускают. Линейки в школе. Ну, в целях безопасности. Так что Сережа сейчас приедет. Ну вот. Как раз время, чтобы доехать. Ну, там-то и пройти в спортзал, где будет у них линейка. Все. 2 сентября. Прекрасная погода. У них будет только линейка и классный час. И дальше он приедет домой. В 10:40 он будет дома. Десять часов, а Сережа уже поехал за Даней. 10 часов он позвонил, ну, написал, что, в общем, все закончилось. Сейчас должна подъехать скоро. Так, приехали. Сейчас пойду их встречать. Что там происходит? Чё так долго? Где папа-то там? Иди. М? Он слышит хоть? Ну чё там? Линейка долго была? Нормально. Час где-то?
Конечно. Машина проехала. Меня здесь Сережа. Пока еще не заливает. Так, ну не знаю, что там будет происходить дальше. Так, ну приехала бетономешалка. А я ищу Сережу. Не знаю, где. Снимай там со второго этажа. Снимаешь, да? Плохо снимается. Сережа он пришел. Так, ну а тут из окна вот так это все смотрится. В общем, я показала процесс работы. Все, шумит. Окно не хочу открывать. У меня тут открыто, но тут так не слышно. Кактус.